Подведем промежуточный итог сборки Вичая 618-го. Как вы уже могли видеть, в прошлом видео у нас произошла неприятность такого плана, что масляная форсунка не соосна с масляным каналом в поршне. Она просто не попадает туда, задирает часть поршня внутри канала. Форсунку перепутать невозможно, ввиду того, что у нее есть пин, который устанавливается в блок и фиксируется болтом. Все. Больше, в принципе, ее по-другому никак поставить нельзя, и у нее одно положение. Пытались тут что-то изобразить, в плане того, что разобрали поршень, просунули его вовнутрь гильзы и пытались как-то попробовать подогнуть эту форсунку относительно этого отверстия. В общем, мучились и пришли к тому выводу, что этот труд не стоит ничего, потому что, во-первых, это неправильно конструктивно, ну и так быть не должно. Мы все же себя позиционируем как люди, собирающие мотор согласно технических документаций. И вот этот вот колхоз, которым тут пахло, ну он вообще никому не нужен, в принципе. Ну и в конечном итоге мы несем ответственность за качество сборки. Если что-то с ним потом случится, спросят с нас как с понимающих. Поэтому было принято решение сказать об этом клиенту. Клиент, в свою очередь, нам попросил тут что-то рассверлить, как-то помочь. Но, опять же, стараемся на это не вестись, потому что уже мы учены на своих ошибках 100 раз, ну и 101 раз на это наступить неохота. Как только вы согласитесь, да-да, мы вам поможем, тут рассверлим, все, если это потом все ляжет, будет сказано так, что ну, а зачем вы это делали? Вы же специалисты, мы к вам обратились. Зачем вы там сверлили? Надо было нас отговорить от этого. То есть это практика уже пройденная. Вестись на это не надо, как бы там. Добро, оно всегда злом вернется в 2 раза. Поэтому все работы остановили. Сказали, что на этом собирать не будем. Клиент не может эту группу вернуть поршневую, ввиду того, что он ее год назад покупал, и уже ну, не вернешь ее. Ну, сошлись на том, что мы все-таки придумаем, как это сделать, но без ущерба для себя. То есть мы сейчас посмотрим бэушную поршневую группу. Мы уже не первый Вичай этот собираем, поэтому у нас остаются какие-то группы где-то в загашнике, поэтому попытаемся найти и будем собирать уже не на этой поршневой группе, потому что это ну миссия выстрелить себе в ногу, короче. Если на этом всем собрать, то ну, с вероятностью 70% это все откурит. Даже если это все будет работать, то где-то в полевых условиях человек захочет поменять поршень, возьмет какую-то другую марку, либо это конкретный дефект этой модели, и поставит туда другой поршень, а форсунки уже будут подогнуты относительно этого поршня. Ну, можете представить, что произойдет. То есть новый поршень просто ударится о форсунку. Ну и добра там точно не будет. Поэтому вот такой промежуточный итог. Ну, пока ищем поршневую. Всем пока.